Приветствую, друзья. Вот мне иногда пишут наши друзья, что когда вот настроение плохое, я включаю эти ваши ролики, и мне хорошо становится. Но мне тоже это приятно слушать. Вы знаете, вы мое волшебное зеркало. Это всегда, когда у меня какое-то другое настроение, чем я бы хотел, я могу иногда включить компьютер и почитать ваши отзывы. И я ищу причину для радости. А вот сам процесс поиска причины для радости – это качать эндорфины вместо адреналина, который держит нас все время в напряжении, и в конечном счете мы истощаемся. Ищите причины для радости. Это могут быть самые разные причины. Вы можете посмотреть хороший фильм, вы можете покопаться в своей собственной памяти и вспомнить, что же вас ждет завтра необыкновенно интересное, или что вы хотите сделать завтра необыкновенно хорошее. А когда вы делаете для людей хорошее, полезное, у вас включается фонтан эндорфинов, потому что вы закладываете в собственное будущее и в будущее людей точку опоры в нашей большой неопределенности. До встречи, друзья! Качайте эндорфины, ищите причины для радости.